Муж и раньше поднимал на меня руку. Но в этот раз он так сильно меня избил, что я не выдержала и позвонила отцу. Узнав об этом, муж стал еще агрессивнее, стал угрожать. Это наши семейные дела. Не смей вмешивать сюда своих родственников. Подумаешь, ударил. Не сломалась же. И он все равно не придет. Мужчины не вмешиваются в семейные дела. Неужели я зря позвонила? Он же всегда переживал за меня. Защищал и поддерживал. До этого момента мне было стыдно рассказать об обоих отцу. Я всегда прощала своего мужа, но в этот раз терпеть больше не было сил. В душе я была уверена, что отец не оставит меня. И участковый, по заявлению моего папы, выдал мужу охранный ордер. Этот кошмар наконец-то закончился. Спасибо, папа, за поддержку. Благодаря тебе охранный ордер меня защитил. По новому закону позвонить в 102 по факту насилия может любой гражданин.